Инцидент на неосвещенном участке дороги. Водитель 33 лет не заметил пешеходов, которые пересекали дорогу в ночное время суток. Автомобиль Nissan двигался по трассе Одесса-Рейни. В аварии погибли женщина 37 лет и мальчик 13 года рождения. Еще одна пострадавшая 30 лет доставлена в больницу с многочисленными травмами. По результатам медицинского обследования мужчина управлял транспортом трезвым. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Водитель автомобиля задержан. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.